Добрый день, дорогие наши зрители. Продолжим наш ликбез по судебной медицине. Итак, многих людей интересует вообще, какие виды насилия существуют. Вот хочу вам сказать, что соответственно классификации Всемирной организации здравоохранения существует 4 вида насилия. Физическое, психическое, сексуальное и экономическое. Ну, многие женщины, которые проживают в браке, они даже не знают, вот, бывают такие ситуации, когда они вынуждены выпрашивать деньги у мужа на самом необходимое, они при этом даже не осознают, что над ними постоянно происходит экономическое насилие. Но это, честно говоря, не парафия судебно-медицинских экспертов, поэтому поговорим подробнее о других видах. Значит, то, что касается психологического насилия, то оно осуществляется, к сожалению, в более чем в 50% наших семей, к сожалению. И над результатами плачевными такого насилия нам приходится сталкиваться в рамках проведения комплексной судебно-медицинско-психологических, судебно-медицинско-психолого-психиатрических экспертиз. Но самый распространенный вид насилия на нашей территории – это, конечно, физическое и, слава богу, в меньшей степени сексуальное. То я предлагаю сегодня вкратце познакомиться вам с физическим насилием и с тем, что вам делать, если вы на собственном горьком опыте с ним встретитесь. Под понятие физического насилия подпадают все случаи, когда происходит вред. То есть, значит, уголовным деянием, преступлением против жизни и здоровья человека. То есть, даже причинение там небольших, так называемых, легких телесных повреждений, вот как синяков, ссадин, это тоже уже физическое преступление против вас. Так что же вам делать, если вы столкнулись с таким видом насилия на собственном опыте и вы хотите придать делу законный ход. Обратите внимание, пожалуйста, на следующую табличку, то есть это алгоритм действия, что вам надо делать в таком случае. Ну, разберем последовательно, что вам надо делать. Значит, если по отношению к вам произошел случай насилия, то, как я вам уже говорила, что права потерпевшего у вас поступят только тогда, когда вы обратитесь в правоохранительные органы и напишите там официальное заявление, и его у вас примут. И далее, значит, вам выдадут постановление, на основании которого вы должны будете пройти процедуру судебно-медицинской экспертизы. Если в результате проведения экспертизы врач установит, что у вас существуют последствия травмы, вам необходимо их лечить, и лечить не только для того, чтобы вы себя хорошо почувствовали, а и для того, чтобы мы могли принять окончательное определение степени тяжести ваших телесных повреждений, он рекомендует вам обратиться к врачу соответствующего профиля. Ну, если причинена травма хирургического характера, то он вас рекомендует, значит, к врачу-хирургу. Если, не дай бог, там что-то такое, акушерство гинекологии, то вас, значит, отправят к врачу-акушеру-гинекологу, ну и, соответственно, ко всем остальным. Если травма глаза, значит, как кулисту, то есть к тому, кому будет надо. Но возможен и другой алгоритм действия. То есть, если вам в результате преступления будет причинен очень тяжелый физический вред, то ничего страшного, вы можете сразу после акта насилия по отношению к вам сразу обратиться к врачам. Можете лечь в больницу или лечиться на дому. Для проведения судебно-медицинской экспертизы это не играет такой особой важности. Но, конечно, если ваше состояние очень плохое, то лучше, конечно, лечь в стационар. И после того, как вы пролечитесь, вы также должны обратиться в правоохранительные органы и затем пройти, опять же, ту же самую процедуру судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений. Кроме того, судебно-медицинский эксперт исследовал ваше физическое и психическое здоровье, но мы на самом деле не являемся специалистами по психическому здоровью, поэтому если он видит, что у вас есть какие-то такие признаки, которые нуждаются в коррекции, он может вас отправить на консультацию.
консультацию и на лечение к психологу или к психиатру. Значит, точно так же, такую же рекомендацию вам могут посоветовать и ваши лечащие врачи. И, конечно, желательно, чтобы вы обязательно эту рекомендацию исполнили, потому что если будет выявлено, что у вас были еще какие-то отклонения психологического характера, то их потом опять-таки можно будет присовокупить к определению степени тяжести, и возможно, что впоследствии будет произведена переквалификация вашей степени тяжести. Ну и после выполнения всех вот этих вот необходимых процедур, если у вас большие проблемы в семье, которые надо как-то решить конкретно, вы сами не можете, то есть, допустим, у вас возникли имущественные вопросы, вы не можете с вашим семейным агрессором проживать на одной территории, то вам потребуется помощь обязательно соцработника. Значит, что я вам рекомендую? Вы можете обратиться, значит, в каждом городе, при мэрии, или при областном совете, или при районном, или при городском, есть представители комитета по, значит, делам семьи и молодежи. Вы можете туда обратиться, они вас переадресуют конкретно к тому специалисту, который сможет вам помочь. Вот. Ну и для Киева я рекомендую очень качественную психологическую помощь, которую оказывает Центр психологической помощи жертвам насилия «Розрада». Значит, хочу обратить внимание, что несомненным позитивом является то, что для жертв домашнего насилия они оказывают помощь совершенно бесплатно. Ну, надеюсь, что с вами ничего плохого не случится. Желаю вам хороших творческих успехов, всего хорошего. До следующего.